В ботаническом саду Одесского национального университета имени Мечникова распустились первые цветы. Зима нас радует незимним цветением. На протяжении всего сезона на всей территории Одесской области цветут растения. В этот раз горожан побаловал ботанический сад имени Мечникова. В саду распускаются первоцветы – хиромант ранний, жасмин голосветный и подснежники. К сожалению, одесситы не могут налюбоваться этим цветением вживую, так как сад закрыт до апреля. Но сотрудники ботанического сада поделились прекрасными фотографиями первоцветов. В весеннем саду цветут первоцветы. Птички поют, в воздухе слышны различные запахи весны. Вот фото для созерцания. Так, сейчас сад закрыт для посетителей до середины апреля. Идут технические работы, обрезка, чистка и тому подобное. Говорится на странице ботанического сада в Facebook. В этот раз цветение первоцветов напоминает нам о скором приближении весны, до которой осталось всего-навсего 5 дней.